То, что сейчас делает Никита, называется туль. И чтобы все получилось, необходимо было убрать практически всю мебель, как и многим другим семьям, где растут спортсмены. В тэквондо есть два соревновательных раздела – это спарринг и туль. А туль не предполагает контакта, поэтому его можно оценить, ну, в виде видео. Вот, и поэтому новосибирская сборная проводит турнир между Алтайской Федерацией, Новосибирской и Омской. А вот так туль выглядит на выездных соревнованиях. Туль – показательная отработка техники боя. Выступать на соревнованиях из дома не так волнительно, как на выезде, рассказывает Никита. Он занимается тэквондо почти 10 лет, со своих 6. Вот на днях он должен был лететь в Москву на сборы в составе сборной России. Но все отменилось, и в том числе поездка на чемпионат Европы в Чехии. Каждый день следили за ситуацией развития, и в итоге вот... Сегодня даже тут и в Барнауле страшно, не говоря уже о Европе и Москве и всех остальных регионах. Для того, чтобы стать участником соревнований, нужно просто отправить видео. Чемпионов объявят после 11 апреля. Главное условие, чтобы спортсмен не выходил из кадра, и все движения было четко видно. Оценивать ролики будет судейская коллегия. Тоже удаленно. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.